Доброго вечора, шановні наші глядачі. Раді вас вітати на нашому YouTube-каналі. На сьогодні традиційна понеділкова розмова із нашим дорогим гостем Роман Світан, ветеран російсько-української війни, льотчик-інструктор і полковник запасу з нами на зв'язку. Доброго вечора, пане полковнику. Вечір добрий, бажаю всім здоров'я. Що ж, почнемо, власне, із теми стратегічних змін на фронті. Вже із багатьох джерел їх анонсують, і от із найновішого. То сьогодні я послухав і подивився велике інтерв'ю із генералом Муженком, колишній наш начальник штабу, де наш офіцер високого рангу повідомив про те, ну, свою думку висловив про те, що пора би нам переходити до стратегічної оборони на фронті. Раніше такі думки висловлювали і інші, скажімо так, коментатори подій. Ну і також ми чули від президента України про те, що фортифікації, оборонні споруди треба якомога активніше будувати. І це теж сприйняли як ознаку майбутнього, якнайшвидшого переходу до оборони стратегічної. Що це означає, ця перебудова? Наскільки вона, скажімо так, назріла? І чи потрібно справді на всіх ділянках фронту до оборони переходити? Ну, діло в тому, що нічого нового, з одної сторони, не сказав ні президент, ні Муженко. Це і без, так сказати, інформаційного потоку. І так було ясно, а зимньої кампанії вже нет. В свое время, когда у нас погода была, ну, такая довольно-таки серьезная, континентальная, можно сказать, уже с ярким переходом между летом и зимой, когда летом плюс за плюс 30, а зимой иногда минус 30. Зимняя кампания – это иногда даже военная зимняя кампания иногда легче и лучше проводилась, чем летняя, потому что все-таки при морозе в районе 20 градусов, простоявшие где-то дней 10, промерзает верх почвы до 30-40 сантиметров. Это практически хорошая поверхность для любой техники. И двигаться можно в любую сторону, потому зимняя кампания, она была в общем потоке этапов любой кампании военной. То есть летнее наступательное, зимнее наступательное, а весеннее, осеннее в основном в режиме обороны и накопления сил, средств. Так как сейчас уже последние лет 10 этот климат у нас уже ушел, больше он северо-восточнее сдвинулся, к нам подошел больше такой средиземноморский климат, потеплее, естественно, у нас зимней кампании военной как таковой уже нет. Почему? Потому что дожди осенние начинаются в конце осени и заканчиваются где-то к середине весны. Вот такая затянувшаяся осенняя погода. Двигаться практически невозможно. Наши грунты в основном в своей основе не позволяют в размытом состоянии, в мокром состоянии передвижения. Потому никто и не планирует наступательных операций зимой, кроме россиян. Они же в основном заходят из-за Урала, а там зимы есть, они думают, у нас по нашему югу такая же есть зимняя погода. Нет, они ошибаются в этом. Вот прошлый год это подтвердил, потому что, ну, в принципе, все 10 лет примерно так и есть. Потому у нас зимой, вернее, у нас в течение года есть всего лишь одна военная кампания любого года, она в основном летняя. Начинается она где-то в апреле-мае, заканчивается в октябре-ноябре. Вот эта летняя кампания, она и планируется. Но перед летней кампанией идет определенный режим обороны в задаче накопления сил, средств для следующей кампании. Потому мы входим в зиму, базируемся режим либо активной, либо серьезной обороны базовой, а дальше идет накопление, подготовка к весенней кампании. Потому здесь ничего, так сказать, нового, ничего сверхвеликого или того, что не планировалось, или там, допустим, 10 лет назад. Можно сказать, на наши бои они были распланированы и погодой, и военные, которые прекрасно разбираются в этой погоде, они их распланировали. Мы сдвинули россиян, самое интересное, особенно вот за последний год, мы сдвинули россиян для удобное для нас действие по периодам. Мы в течение лета наступали, россиянам пришлось обороняться, как-то накапливать силы и средства. Вот они сейчас пытаются перейти в наступление, а мы перешли в оборону. Так вот, их попытка перейти в наступление как раз упирается в серьезность проблем
с погодой. Почему они технику уже не могут на поля выгонять? И в прошлом году они же попробовали, но они не учатся. Вот 155-ка тогда, помните, в прошлом году, как они пытались по грязи, зимой по грязи наступать на угледар. Вот так же так практически все железо там и оставили, та же картина и сейчас. Поэтому ничего нового, ничего сверхъестественного. Переходим в режим обороны, накопления для подготовки к следующей весне, к следующей кампании. А то, что скорее всего, будет поставлена задача построить фортификационное сооружение по всей линии госграницы, включая и с Белоруссией, и с Россией. Вот это новое. Это надо было сделать, опять же, 10 лет назад. Не торговать с россиянами, не торговать с белорусами. Было понятно, что они оттуда будут заходить. Надо было строить фортификационное сооружение, разбирать железнодорожное колеи, десятки километров надо было сворачивать, перерывать противотанковыми рвами, надолбами, ну и так далее и тому подобное. Минными полями, то, что надо было 10 лет этим заниматься. Не только на 400 километрах горячей линии фронта на Донбассе. А это надо было делать в Крыму, это надо было делать в Харьковской, в части Луганской, естественно, в Черниговской, в Сумской, Житомирской, Киевской областях. Ну, то есть хотя бы северо-восток надо было перерывать. Но лучше позже, чем никогда. А потому надо однозначно выделять финансы и ставить задачу. Вот занимается сейчас генерал Наев. Довольно-таки неплохо это у него получается. Та же система оборонных укреплений на Донбассе. Им в 2014, 2015, 2016 годах. Он ею занимался, до сих пор стоит. Сейчас он отвечает за северо-восток, границу нашей страны. То есть дальше ему ставят задачу, чтобы он дотянул эту систему обороны, систему этих укреплений до линии фронта, до Купянска. До этого. И дальше лет НАСТО эта система должна, фортификационных сооружений оборонных, должна только укрепляться. Ну, может быть, ров с крокодилами не стоит рыть, но так километров 5 минных полей по глубине в сторону России надо точно планировать. Поки що клімат не настільки змінився, щоб крокодили прижилися в наших краях і жили в цих ровах, які накопають протитанкових, чи як їх там назвати, накопають під час зведення фортифікаційних споруд наші військові. Однак от стосовно білоруського кордону і півночі країни, я так розумію, що певна робота там вже була проведена, особливо з боку Білорусі. Наєв неодноразово навіть якісь такі відео коментував, от як ведеться робота на українсько-білоруському кордоні. І там справді такі фортифікації будували доволі активно і на Волині, там Рівненська область і так далі. Але там є одна відмінність стосовно білоруського кордону. Білоруси ж не палять, не б'ють з артилерії постійно, з мінометів по нашій території, як це роблять росіяни, наприклад, на прикордоні з Сумщиною, Чернігівською областю. Там ж постійно цей вогонь відбувається, бомбардування раніше, бомби скидали доволі регулярно, поки наші там над Брянщиною не збили, як ми пам'ятаємо, у травні, 13 травня, цілу групу російських літаків і гелікоптерів. Отже, чи можна в таких умовах побудувати щось на, власне, цьому прикордоні від Сумщини? Там ще я начитався тепер, що й ДРГ доволі серйозно дошкуляють з російського боку і пишуть, знаючи люди, що проблеми з цими ДРГ є доволі регулярні. Зокрема, на Сумщині та й в Чернігівській області недавно інцидент був, напад диверсійно-розвідувальної групи. Як в таких умовах будувати фортифікації? Ну, дело в том, что ДРГ заходят, у них задача такая, туда они где-то в мае-июне, где-то полгода назад россияне перебросили в Курскую, в Брянскую часть Белгородской области, перебросили две бригады ГРУ-ГШ Российской Федерации, и это в основном диверсионно-разведывательные группы, они там работают, пытаются работать, и вот то, что прорывается одна-две, так это большое достижение наших сил обороны на этом участке. Реально у них должно было быть примерно столько, сколько групп у нас сейчас на левом берегу Днепра. Вот представьте, у нас на левом берегу Днепра это же ДРГ. Это наши разведосы, так называемые, всеми любимые. То есть это разведгруппы ДРГ, которые на левом берегу в режиме сначала
в рейдовом, сейчас уже базируются на левом берегу, расширяют плацдармы. Так вот, в таком же режиме россияне должны были бы проводить боевые действия в районе тех же этих трех областей российских, которых я назвал. Ну, а реально там с нашей стороны это Харьковская, Сумская области. А о них только прорываются, там несколько штук, мы о них слышим. Потому хорошо работают наши войска, перехватывают. Но группа, которая заходит в тыл врага, любой ДРГ задача-то стоит зайти в тыл, тихо зайти, выполнить определенную задачу, тихо уйти. То есть, по большому счету, это больше разведка, корректировка, разведка да разведка, корректировка и подтверждение огневого поражения. Для артиллерии, артиллерия, которая работает против противника. То есть, по большому счету, россияне, ну, мягко так скажем, плохо выполняют свои обязанности. То есть, либо у нас хороший режим обороны, как минимум, если всего лишь там несколько ДРГ всего лишь просочилось. Поэтому можно выполнять фортификационные сооружения под огневым контролем с нашей стороны. То есть это целая войсковая операция выполнять эти задачи. Но все-таки там с той стороны у россиян это направление крайне пуганных идиотов. До сих пор этот край именно непуганными идиотами и силен. Там недостаточное количество сил и средств. Они пытаются сейчас как-то эту линию, организовать из нее линию фронта, эти засечные линии, которые когда-то, помните, пытались эти губернаторы российские зубы дракона вдоль и впоперек прокопать, в основном произведенные на их же железобетонных предприятиях. То есть просто тырили деньги, как это любят российские руководители говорить. А вот сейчас они пытаются со своей стороны как-то линию фронта тоже организовать. Потому нам надо разворачиваться. Ничего страшного нет при боевых столкновениях, в том числе разворачиваться и дотягивать линию фронта до реальной линии фронта под Купянском. То есть, по большому счету, мы где-то, начиная из-под Мозыря, вот где-то так, на траверзе Мозыря белорусского, и сначала на восток, а потом на юго-восток вдоль линии границы сначала с Белоруссией, потом с Россией, надо протягивать эту линию фронта и оставлять ее сразу планировать, лет НАСТО оставлять, для того, чтобы с той стороны, со стороны России, в нашу сторону, уже ни одна ДРГ не прошла. Потому что линию обороны, которая отстроена довольно-таки серьезно по всем законам возведения фортификационных сооружений, даже ДРГ пройти не может. То есть, по большому счету, можно ее вывести. Это не стена Яценюка, это с забором, вернее, калитка без забора. А вот это уже серьезные военные укрепления, которые можно делать при введении военного положения. Здесь же разница какая. Если есть военное положение, можете выполнять такого рода задачи. Тогда можно включать механизм по земле большие вопросы. То есть там частные земли уже есть, как оказывается, и ими, оказывается, торговать уже начали. Там еще не вопрос, наша ли это земля, с 1 января открывается вообще торговля юридическими, то есть юридические лица могут уже покупать землю украинскую, а там кто за этим юрлицом стоит, еще надо будет разбираться. То есть этих моментов очень много проблемных, которые надо комплексно решать. Ну, я думаю, по крайней мере, сейчас уже обозначили эту задачу, и эти проблемы, эти вопросы будут решаться. Ну, все-таки режим воєнного стану в країні, тут питання приватної власності в прифронтових зонах, воно мало би вирішуватися в юридично, скажімо так, прискореному режимі, зважаючи на ті потреби і виклики, в яких ми опинилися у даний момент. Тому тут затягувати бюрократично, чия ділянка, хто куди виїхав в цей момент шукати власника, я думаю, не варто на рівні там військових адміністрацій і області, потрібно все це оперативно вирішувати. Ну, але це так, до слова. Ви згадали про те, що під вогневим контролем треба будувати ці фортифікації для вогневого контролю –
на такій доволі великій серйозній протяжності фронту і кордону потрібно багато снарядів, це зрозуміло. І в нас оце з'являється зараз все більше повідомлень про те, що через зволікання західних партнерів, хто там кому естафетну паличку передавав допомоги Україні, не до кінця ясно, виникли такі от моменти кризові, коли снарядів не вистачає, коли запаси закінчуються, нові оборонні пакети, як то кажуть, мільчають і мільчають, зменшуються. І є ця проблема. Вже там бачу навіть волонтери про це, популярні волонтери записують відео, що снарядів і близько не 8-10 тисяч на день, якби хотілося б хоча б мінімально. Тим часом от читаю новину про те, що невідома країна замовила у компанії «Rheinmetall», ну, німецька корпорація, десятки тисяч снарядів для ЗСУ на суму 142 мільйони євро. Це компанія партнер, країна-партнер НАТО замовила, невідома країна, 155-міліметрові артилерійські снаряди для України, але анонімно замовила, щоб передати потім Україні. От така схема, виявляється, може працювати. Я не знаю, чи «Rheinmetall» ця корпорація в першу чергу такі замовлення виконує, чи як, адже у нас же ж виникла проблема, що Європейський Союз анонсував нам, обіцяв мільйон снарядів до кінця року календарного, зробили тільки 250 тисяч. Чи такі от замовлення пришвидшать, так би мовити, оборонну допомогу Україні? Як виходити з цієї ситуації, коли кажуть, що дефіцит снарядів, нестача катастрофічна? Ну, она немножко искусственна, с одной стороны, дело в том, что как только мы заказали, или, вернее, не так, для нас заказали около миллиона снарядов, то тут же пошла цена вверх 1,5-2 раза. Стоимость снаряда выросла примерно с 3000 долларов за штуку до 5. А практически все, ну, большинство, по крайней мере, военных компаний по производству такого рода оборудования, это частные компании, они же ищут выгоду и, естественно, закупаться будут там, вернее, продавать будут туда, где, куда выгоднее, по крайней мере, если есть возможность как-то застопорить, затормозить более невыгодный заказ. Потому здесь вот такой флюгер сработал с одной стороны, и, может быть, перезакупка неизвестными компаниями или, по крайней мере, компаниями, которые хотят остаться инкогнито, это может быть закупка примерно того же количества снарядов, только уже по повышенным ценам и прогонка их на нас. Это такие механизмы работают, они работают в нашу пользу. Здесь не важно, как, кто и каким путем произведет, закупит и поставит нам снаряды. Главное, чтобы снаряды шли в нашу сторону. Причем в последнее время риторика, допустим, стран Балтии, некоторых руководителей стран Балтии говорит о том, что они видят и такой, в том числе, механизм, то есть постараться перенаправить то производство европейских снарядов, которое уходит за пределы Евросоюза, в нашу сторону. Причем отменить такой гипотетический, с одной стороны, мораторий, но, тем не менее, он работает. Мораторий на выход денег, которые были выделены на закупку для нас миллиона боеприпасов, на выход их за пределы Евросоюза. То есть покупать для нас боеприпасы на деньги Евросоюза, но на других площадках, в третьих странах, начиная от Южной Кореи и заканчивая Южной Америкой. По большому счету могут собрать, они есть, эти снаряды, они просто поднялись в цене сейчас. Причем поднялись в цене, я уже сказал, 1,5-2 раза по некоторым позициям, и это решение надо будет принимать и понимать, что это все-таки мы явились этим таким спусковым крючком на поднятие цены по этим боеприпасам. Потому всякие механизмы будут использоваться. Я думаю, мы свое количество боеприпасов получим к весне, то есть то обещанное, которое было. Вот даже за счет того, что не произведенное на территории Евросоюза, а закупленное за его пределы. Тобто ринок мав би реагувати взагалі так, що поки ціна росте, треба
працювати, виконувати якнайбільші обсяги замовлень, бо ціна то йде вверх, а завтра, може, і не буде треба. Ситуація на фронті може змінитися, ще щось станеться. І в цьому випадку ви вірите в те, що будуть нарощувати західні країни виробництво боєприпасів, бо питання гостро стоїть, вони там самі в шоці, що опинилися в такій ситуації, що їм треба піднімати на зовсім інші, скажімо так, рівні виробництва своє оборонне, про що вони раніше уявляти собі, уявити не могли. І бачать, що війна продовжується, що всі їхні прогнози, там, віра і сподівання в те, що воно завтра вирішиться, не спрацьовує. І потрібно буде воювати ще щонайменше рік, а напевно і довше. Це означає, що можна на довготривалі терміни замовлень розраховувати і перебудовувати свою оборонну галузь, оборонпромівську, так, галузь, промисловість, виробництво. Тобто на 24-й рік можна розраховувати, що розкочегаряться такі там Німеччина, Іспанія, Франція, Сполучені Штати, зрештою, і дадуть нам таку необхідність вже номенклатури озброєнь, яка нам точно необхідна для ведення інтенсивних бойових дій. Ну, дело в том, что недостаток сейчас только есть по снарядам. Причем он возник из-за того, что мы ведем войну методами прошлого столетия. То есть это окопные войны, где 90-95% поражающих факторов – это как раз работа артиллерии. Сейчас, правда, добавилось там, может быть, пару десятков процентов за счет создания беспилотников, то есть работы беспилотников. А так все равно артиллерия первая – это боги войны, только это боги войны прошлого тысячелетия. В этом тысячелетии богами войны должна стать авиация, дальняя система поражения, ракеты. Высокоточные ракеты, в том числе и РСЗО, и ракеты. И вот эта компонента, из-за того, что этой компоненты у нас нет, ни авиации нет, а та, которая есть, не может выполнять боевые задачи. Ни ракет нет с той дальностью, которая нужна. Нужны ракеты где-то с 500-километровой дальностью. Именно этот участок, который может быть подвергнут уничтожению со стороны противника, не дает противоборствующей стороне организовать логистику поставок боевой амуниции. Именно 500 километров. У нас нет ни одних, ни других. Потому неправильный сейчас пока перекос на восприятие, во-первых, снарядов как таковых, как одной из основных механизмов. Просто из-за того, что не хватает или нет вообще того, что должно быть на этой войне. Нет авиации. После того, как выйдет авиация с достаточными количествами авиабомб, управляемых ракет, корректируемых авиабомб, отпадет необходимость в таком количестве боеприпасов. Это примерно та же картина, как если бы сейчас все хватились, допустим, копья, стрелы, луки искать. Ну, так только в музеях, да в частных коллекциях бы насоскребали, и все бы кричали о том, что нет сейчас ни того, ни другого, ни третьего. Потому я думаю, в следующем году этот вопрос будет намного проще решаться. Нам будет не нужно такое количество снарядов, если мы получим достаточное количество, заказанное количество авиации и средств поражения для авиации. Ну, побачимо, як воно буде з авіацією. Я вже якось боюся мріяти навіть про F-16. Ясно, що вони будуть, але вже стільки сказано, стільки, так би мовити, обговорено, що навіть не хочеться тут зайвого, так би, щоб не спугнуть, як то кажуть, щоб дійсно не злякати цю тему. Нехай воно все відбувається за тими графіками, які мають бути. Тут також західні газети все пишуть невтомно і пишуть про український контрнаступ. Закінчується, так зрозумів, рік, і всі хочуть якісь підсумки року написати, опублікувати. От Washington Post так само опублікували велику аналітичну статтю стосовно того, як має виглядати український, як взагалі розвивався український контрнаступ, не те, що як має виглядати в майбутнє, тут вже ніхто не заглядає. Але що цікаво, у цьому тексті фактично по днях розписано, як собі бачили американські партнери український контрнаступ на Мелітопольському напрямку і як воно пішло в реальності. От йде мова про те, що за задумом 47-ма окрема механізована бригада Магура мала розпочати 7 червня
контрнаступальні дії і за перші 24 години просунутися на 9 миль, ну це десь 15 кілометрів, до села Роботине, аби далі прорватися на Токмак, на Мелітополь, ну не сама бригада, само собою, але вони мали завдати першого удару, першого прориву. Але все пішло не за планом, пишуть якраз автори «Вашингтон-Пост». Щільність мінних полів, от якраз ця стаття і заголовок про те, що неправильні розрахунки і непорозуміння позначили, власне, український наступ і його планування між США і Україною. Отже, щільність мінних полів і обстрілів перевищила всі очікування, були втрати людей і техніки дуже великі, і багато бійців не мали цієї бригади, зокрема, більшість бійців не мали взагалі бойового досвіду і вперше переживали шок від бою, це я цитую. Відходили на перегрупування і знову вступали в криваві зіткнення з ворогом. На четвертий день Залужний побачив згорілу західну військову техніку, американські БМП «Бредлі», танки «Леопард» і так далі. І порахували втрати, і відповідно призупинив Залужний, наказав призупинити цю атаку на прорив, аж поки, власне кажучи, не розберуться ситуацію на полі бою, щоб мінімізувати втрати. Відповідно, такого прориву не сталося, і далі наші військові просувалися вже крок за кроком значно повільніше в бік Роботиного. Ми все це впродовж літа спостерігали. Кажуть, що це призвело до певних таких суперечок чи дискусій між Залужним і колегами із Заходу, тут їх не називають поіменно, йде, напевно, мова про американців в першу чергу, бо Залужний відступив від цього визначеного плану. Взагалі, от такі статті, вони нам додають щось до розуміння того, що відбулося, чи вони навпаки, скажімо так, множать спекуляції навколо українського контрнаступу, на вашу думку? Ну, такого роду статті, це, во-первых, як мінімум, чьё-то видение ситуации, а в основном, если идет ссылка на неназванный источник, это значит, одна бабка сказала. Вот одна бабка так сказала, вторая бабка так сказала, третья могла по-другому сказать, а дальше уже ОБС этот множится, мультиплицируется и в основном всегда бесплатно. Смысла в этом никакого нет. Есть определенный фактаж, вот его лучше и разбирать. Наступление летнее началось без завоевание превосходства в воздухе, а значит, оно не могло быть масштабным, априори не могло быть масштабным, так как без авиации выполнять наступательные действия сейчас в этом тысячелетии просто невозможно. Были попытки заменить авиацию достаточным количеством систем зенитно-ракетных комплексов, ракет и артиллерии, но они не увенчали их успехом, скорее всего, из-за недостатка ЗРК. Либо невозможность их работать по некоторым направлениям. Так как мы прекрасно видели, что российская авиация, она работала довольно-таки успешно. Особенно вертолеты К-52, которые с дальности 10 километров доставали нашу технику. И основное как раз поражение именно они и нанесли. Авиация. Значит, у нас не было превосходства в воздухе. И не обеспечилось оно. А дальше наземная операция, она не могла быть масштабной, еще раз повторюсь, и правильно, грамотно перевели, если это было на самом деле так, перевели, ну, опять же, по фактажу, то есть перевели в режим штурмовых действий малыми тактическими группами. Оптимальнейший вариант для любого продвижения, если нет завоевания превосходства в воздухе. А в воздухе превосходствует противник, то только так можно двигаться в режиме рассредоточенности малых целей, так называемые, с поддержкой с тыла, с огневой поддержкой техникой, танками, артиллерией. То есть варианта просто не существует другого. И оно, это движение с той скоростью, которую мы видели, другого просто нет. Мы продвинулись ровно настолько, сколько у нас было техники, сколько у нас было боеприпасов и поставленной задачи. То есть выполнили, дошли до второй линии обороны, вскрыли ее, а дальнейшее движение возможно только либо, масштабное движение возможно, либо с применением авиации, значит, надо дождаться весны, когда зайдет хотя бы одна бригада, либо с поставкой зенитно-ракетных комплексов в достаточном количестве. Теперь уже понятно, что еще и надо систему радиоэлектронной борьбы, чтобы потушить возможность россиян
работать беспилотниками, и свои беспилотники, которые также должны добавить к артиллерии. Опять же, снаряды нужны для выполнения дальнейшего выполнения задач. Поэтому, исходя из тех сил, средств, которые были выделены, а их примерно около 30% от заявленных было выделено, мы выполнили задачу примерно на 30%, то есть и со скоростью в 3 раза меньше, чем могла бы быть, если бы полный спектр вооружений был предоставлен. Поэтому ничего необычного, опять же, не произошло. То есть задача общая, стратегическая, была выполнена. Мы продвинулись по определенным позициям, это и было и на востоке нашей страны, район того же Бахмута, там заняли лучшие позиции под уже зимний период обороны. Прошли в районе Работино до Вербового и Вербовой Новопрокоповки, то есть дальше сейчас идет этап расширения этого плацдарма. Ну и в конце концов, после того, как сошла вода до определенного уровня, начали двигаться еще по одному направлению, по левому берегу. То есть общие задачи, которые могли быть выполнены, исходя из сил средств выделенных, они были выполнены. Именно ровно на столько процентов, насколько этих средств было выделено. Ну а дальнейшее движение, опять же, все зависит от сил средств, наличия модификаций вооружений, ну и выполнение задач стратегических, освобождения Крыма. Это первая задача, к ней будут стремиться наши войска. И вторая задача, это уже следующую летнюю кампанию следующего года, за годом освобождения Крыма, освобождать Донбасс. В такой последовательности и примерно в таких рамках. Один участок фронта на одну кампанию. Это Крым следующий год, ну а Донбасс уже где-то 25-й, не раньше. Таке оптимістичне бачення зберігається. Ви щойно розказали, що війна розвивається за об'єктивними законами, коли є достатня кількість резервів, і в тому числі боєприпасів, номенклатури озброєнь, повітряна підтримка, тоді можна йти в масштабні наступальні операції. Ну, ми чекаємо, коли всі ці фактори справді складуться. Я так зрозумів, що після того, що відбулося на Мелітопольському напрямку, взагалі на лінії фронту, генерал Залужний зробив от певні висновки і виклав їх у своїй аналітичній статті для The Economist. Тут же ми у статті Washington Post бачимо, що офіційні особи США і України, це я цитую, іноді різко розходилися щодо стратегії, тактики і часу нашого наступального руху, наступальної операції. Пентагон хотів, щоб штурм почався всередині квітня, щоб не дати Росії продовжувати зміцнювати свої лінії оборони. Українці вагалися, наполягаючи, що вони ще не готові без додаткової зброї підготовки. Я так розумію, що певні політичні фактори теж втручалися, які підганяли наш генштаб і військове командування до цієї операції. Влітку мали бути тоді саміт, мав бути у Вільнюсі, натівський саміт, до якого вже треба було представити якісь успіхи і результати. Я ж пам'ятаю цю риторику з телевізора, де сам працюю, так, коли експерти вмикалися, казали, ну от до саміту Вільнюсі треба результат показати, щоб нас в НАТО, по-перше, взяли, а по-друге, зброї більше давали на майбутнє. Не буде результату, так от скисне підтримка Заходу. Це все дуже добре тоді читалося, і Заходу такі теж в їхніх статтях нотки пролітали. Як ви вважаєте, все це вплинуло на хід українського контрнаступу? Однозначно. Ну, я, допустим, льотчик, я взагалі не розумію, як можна наступати без авіації, ну, тобто без роботи авіації. Сейчас парадигма, да не только сейчас. Я еще учился с 81 по 85 год, 40 лет назад. И это уже тогда было понятно. То есть сначала работает авиация, вскрывает оборону противника, а потом туда заходит штурмовая авиация. Почему она называется штурмовой? Не штурмовые группы, не штурмовые роты, а штурмовая авиация штурмует, выполняет задачу. А дальше идут наземные части на зачистку территории после работы авиации. Любое другое действие, ну, во-первых, оно обречено как минимум на очень длительное выполнение и очень большие потери. Потому непонятно, как наши партнеры вообще видели этот план наступательной операции. То есть я бы, допустим, ну опять, я летчик, то есть я со своей стороны это все вижу. Я вообще бы его не начинал, пока не появилось бы достаточное количество
самолетов и вооружений вообще не начинал никаких движений. Но раз их начали, значит, было реальное давление и, может быть, был расчет, ну, я уже об этом сказал, расчет на замену авиации достаточным количеством зенитно-ракетных комплексов. Они тоже могут выполнить часть задачи, допустим, отогнать авиацию противника. Но вот не получилось, работали К-52 как у себя дома над Запорожской и Херсонской областью. То есть, а раз так, значит, не выполнилось, то есть не выполнили задачу, либо не выполнили задачу поставок плотности зенитно-ракетных комплексов, либо они просто не справились с этой задачей. Хотя, опять же, одних ЗРК недостаточно, потому что надо наносить же боевое поражение, причем той глубины боевого поражения 30 километров артиллерии уж точно недостаточно. Почему авиация, когда работает, она наносит на глубину боевого радиуса самолета истребителя, это 500 километров глубины. То есть, по большому счету, авиационные удары должны были доходить до Тамани, до Сочей российских, до Новороссийска по некоторым позициям. То есть, примерно так. А по-другому, ну, очень сложно. Можно, вопросов нет. Просто это будет вот так, как у нас это произошло. С такой скоростью, с такими потерями. Ну, и, естественно, с растяжкой во времени довольно-таки серьезной, с разбивкой по направлениям и по действиям. А вот то, что давили, ну, раз мы пошли без достаточного количества сил, средств, выполнять боевые задачи, так однозначно, значит, давить. Вопрос, какими методами, с какими условиями, ну и так далее, и тому подобное, это уже вопрос, я думаю, потом к военным историкам, которые будут все это прописывать, исходя из рассказов не одной бабки, так сказать, а когда уже будут ссылки на реальные рассказы участников принятия решений. Пока до окончания боевых действий, пока до нашей победы, естественно, эти вещи никто в эфир давать не будет. Це безперечно так. Повертаючись, вже остання ремарка з приводу цієї статті Washington Post, ну, бо вона захоплююча, якби там не було, дуже детальна. Пишуть вони, що військові чиновники США, так, представники Пентагону, теж були впевнені, що можна атакувати, що фронтальна атака на російській лінії в бік Мелітополя та Токмака була можливою. З тими військами озброєнням, які мали Україна моделювання, показали, що в найкращому випадку, за найкращим сценарієм, українці можуть вийти до Азовського моря і відрізати російські війська на півдні за 60-90 днів, тобто 3 місяці. Ну, бачимо, що цей план, ця модель не спрацювала. І от останнє питання, у нас не дуже багато вже часу, стосовно людських резервів на наступний рік. Я хотів би про це вас запитати, пане полковнику. Ми маємо, з одного боку, рішення Путіна збільшити штат армії російської на 170 тисяч осіб. Що це означає? Чому саме таке число? І відразу ж наздогін питання, якщо ми переходимо до стратегічної оборони, чи це означає економію людських ресурсів? Це все означає, то економію всього. Однозначно, основне – це людські, тобто наші людські резерви, житті наших солдат. Ще раз повторюсь, я з точки зрения авіації, пока авиация не зайдет, никаких наступательных действий планировать нельзя ни в коем случае. То есть летчики знают и летчики понимают, чем рискуют. Но нас всего, допустим, ну вот сколько будет? Пусть дадут сотню самолетов. Это сотни летчиков. Рисковать одно дело сотней жизней летного состава и другое дело рисковать сотнями тысяч жизней наших ребят на земле. Потому летные составы рискуют, понимая, что каждый летчик как минимум прикрывает 1000 жизней, выполняя боевые задачи, в том числе и на территории, ну, в основном все задачи летчики выполняют на территории противника, над территорией противника. Потому без авиации однозначно никаких наступательных действий точно планировать нет никакого смысла. Ну, а переход наш именно в этот режим сейчас наиболее оправдан. Тем более еще уже в зимний период. То есть здесь уже и погода нас, по крайней мере, переводит в этот режим. А россиянам, ну, если смотреть за динамикой выпуска или штампования приказов об увеличении российской армии, так в прошлом году, если помните, был указ
об увеличении численности российской армии до 1,5 миллионов человек. И Шойгу, и Путин с ними носились. Вот мы увеличиваемся там с 1 150 000. Они на 350 тысяч увеличивали до 1,5 миллионов. Забыли этот приказ, потому что выполнить не смогли. И сейчас они уменьшили планку уже до 1 320 000 с 1 150 000. Либо они увеличили их до 1,5 миллионов, только 180 тысяч было отминусовано. Как раз именно эта цифра, и ее подтверждает в качестве 200-х россиян наш генштаб за последние 1,5 года. То есть, по большому счету, эти цифры слаживаются. И вот увеличение до 1 320 000 – это больше сейчас информационный повод или механизм, как уйти от вопроса, а куда 1,5 миллиона российской армии делается, куда эти делись указы. Если кому интересно, поищите конец лета прошлого, начало осени, как раз этот указ был по 1,5 миллионам человек. Дякую дуже за такий детальний аналіз і цікаві відповіді. Ще раз дякую за цю розмову. Було дуже цікаво, змістовно і пізнавально. Дякую ще раз і гарного вечора. До свидання. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш YouTube-канал, написати коментар до цієї розмови з приводу почутого і побаченого. І лайк не забудьте під відео поставити. Цьому ми завжди раді. До наступних зустрічей.